Можно туда зайти, сэр. Куда бы делать пить? Чтобы скользко было. Чтобы летали. Да. Это инфуркус. Откуда вот кругов на столе? Флаг дергает, он сейчас вот-вот вылетит. Мне так хуя с машины улетел. За то, что не джип. Колеса пыштят. Мы фотографироваться пришли? Тихо, не мешай. Тихо, не мешай. Да. Это что-то такое перевернулся, когда ты фотографируешь. Не, я тут перевернулся, может, все будет. Стартовый номер 12. Если это вот здесь. Вот здесь нет. Время и больше. Стартовый номер 11. 53 и 3. 53 секунды и 3 десятых. Да. Ну давай, давай, да. Прямо стоит. Не, что там нет.
Пробки нету. Аккумуляторы поберегите. Стереус-то продал рано. Мы на нем всех сделали. Смотри, вот это тоже нормально прошел, да? Вроде такая неповоротливая корова. Ну тут так, у него двигатель V8, что вы хотели? А, подожди, он ступа надуло? Да. А, ну вот. Оно не слышно было, да. Ну как дал газ, оно сразу, блин. У него 300 кобыл, чем мне будут крутить? Ну, все. Ну нету их никого у меня. А, должен был на Ханере Николаевич приехать. Нет, не приехал. Нестеренко сам в Москву вызвали, блядь. Ну, в общем, приехал. А это что-то не приехал. Младшу. Не, ну тут бы Хаммер не проехал, слушай. Не, да здоровый, блядь. Не влез бы. Ну, мощи-то там до хера, но... А, понял. Точно будет. Все равно, как вам удобно? Значит, если какой-то здесь сколько скотины не заметили, будет он опять сидеться. По положению там стоит. 20 секунд. Каждый задетый слишком на этом этапе. Значит,
Проехали, выезжаем, пошли дальше. Мы без остановочки. Проезжаем, да? Ну, где дороги, где ездим? Чуть-чуть проехали вперед, сзади входим, проезжаем. Так, внимание, внимание болельщикам, участникам. Просьба освободить дистанцию. Судьи готовы? О готовности, пожалуйста, поднимите флаг вверх. Судьи, судьи на дистанции. О готовности, пожалуйста, сообщите. Флаг поднимите кверху. Судьи, судьи на дистанции. Все, я уже трассу показал. А, туда встать. Я просто... Так, готовы, сынки. Так, номеры. Это номеры не видно. А, не видно. Дядя, тряпка, отмазать снизу. Делите секунду. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Потому что участок такой длинный, и на каждом выезде невозможно поставить машину там. А процедура какая? Полтора километра. Я успею вот. То есть, иди не так, чуть-чуть снизить скорость, в крайнем случае мы тогда сделаем перезаезд. Да, если там какая-то помеха, не дай бог. Вот. Значит, если он спокойненько стоит, значит, все нормально. Значит, первый стартует у нас. Парамонов. Второй
Бородина. Да, чтобы они... Потому что... Ты уже на разбег пойдет, да? На скорости 240, если кто-то тормознется девятку. И это от вас уже не зависит. От вашего мнения это вам зависит, да? Это бонус. Да. Болеть, да? Да. А там ворота поставили? Нет, там как-то не надо. Да, там уже кричит. При парков? Иди, стоп. Вот еще дальше, вот, вот в район елок. И обратно, на туда. Нормально? Да. Чуть ближе к лесу. Да ладно, на компьютере потом наложат, что ты бегаешь? В фотошопе все поправим. Фото что? Фотошоп. О, едет, едет. Поехали.
что это за красный джип? Его не было. Кто приехал на речь? Болельщик? Зритель. А куда Калмыков уехал? Кушать. Ой, господи. Не покушает, умрет, что ли? Режим. Ага. Давай. Газуй! Волной накрой. Пар снял, слышно? Это не парилка такая, гонка дает. Thank you.
этого будет лучшее время. Че, как дела? Как четвертый приехал. Которых я назначал, слышите меня? Кого я назначал? Туда подбежите тоже на построение. Кого назначал? Вот эти вот ленты смотрят. Да. Конечно. Ну, видимо, и домой. Вот сюда, да.
конечно. Олег Александрович, это первое место. Все равно я первый. Участники соревнований приглашаются на построение, пожалуйста. Так, дорогие участники, по итогам соревнования, значит, первое место занял Зуйков Олег, это директор малого предприятия частного «Чистота плюс». Второе место занял Ковалев. Первое место в городском первенстве. Второе место занял Ковалев Андрей Анатольевич. ООО «Экос», директор. Да, 4 секунды проиграл. Третье место занял Бибченко. Семен Анатольевич. Семен Анатольевич. Нет у меня здесь, не записывай. Директор фирмы «Атэ». Семен Анатольевич. За волю к победе награждается наш, как говорится, старейший журналист города Усинска. Спасибо. Гуляем сегодня. Спасибо. Здравствуйте, Усинский номер. Снимайте ремонт. Это заменишь всем. Спасибо. Так, и спонсор награждает единственную женщину. Участницу у нас. И следующие места распределились так. Четвертое место. Марков. Глава города. Спасибо за участие. Пятое место. Санюкович. Шестое место. Бордаш. Седьмое место. Попов. Восьмое место. Бородина. Девятое место. Костин. Десятое место. Парамонов. Давайте участники сфотографируемся все. Полиция. Зато мы первые. Прекрасный ура! Ура! Так, ну давайте попросим Олега Зуйкова, чтобы он это попахнул. Зонтики включите. Сенаприз, помогите придержать. Простят сегодня. Они все равно сопровождают. Потряси ее. Сейчас, сначала. Ой, на меня. Хорош, И дальше удержать его. Это значит, что победитель обязан участвовать в следующем раунде.
Кстати, этот пройдет приходящим, но тогда нужно дубликат сделать, оставлять. Или хотя бы уменьшенную копию. Да, уменьшенную копию. Уменьшенную копию делать. Следующее соревнование планируют провести ко дню автомобилиста, но это автоногоборье. А пора ли директор... Мы сейчас решим на пресс-конференции в картинг-клубе, когда проводить следующее соревнование ралли-директор. Значит, все участники, пресса и спонсоры соревнований сейчас проезжают в колонию в картинг-клуб на пресс-конференцию. Ввиду того, что судьи там сейчас занимаются уборкой трассы.